Какие первые эмоции после победы? Только радость. Даже не могу передать, наверное, эмоции, которые мы сейчас испытываем. Наверное, то же самое, что и когда выиграли чемпионство. Удачи, наверное, то же самое. Очень приятно выигрывать, тем более у такого хорошего соперника, как Ледогорец. Спасибо им за игру. Мы молодцы. Сами ожидали, что можете победить и во втором матче тоже? Ну, мы верили в первую очередь в свои силы. Мы хотели доказать и себе, и всем болельщикам, и людям, которые пришли посмотреть на нас, что в Болгарии получилась не случайность. Мы готовились к этой игре. Вы сами видели, отдали все силы. Даже в десятером сумели забить второй гол и выиграли игру. Наверное, так. Ты счастлив? Очень.